γιο του δεν σου είπα ότι πρέπει να πάνε να πει. Ότι μαμά μου και η δούλα που σου έκανε. Виктору придется выпаивать теленка. Света, смотри, как Виктору придется выпаивать теленка. Как он лег. Ну вот так вот и лег. Зато пьет. А вы что, видео снимаете? Да. Я-то думала. Хотела сказать, вот эти звуки надо снимать. Ясно. Вот это мы теперь пьем нормально. Бедный Бренди. Я не знала, что у вас видео там есть. У всех камерах есть. Наше же было. Да? Геленькое. Девья жизнь была борьба. Не было борьбы. Кушает, ну пьет, может, хочу. И звуки пишутся все, да? И глотает. Он спит. Наелся, вот теперь спит. Засыпает. Соска во рту. Оставь его уже, мам. Я спится с ним в обнимку. Обязательно. Значит, ревите спать с ним в обнимку. Мне так уже жарко. Мне так не сесть уже никак. Мам, разверните задницы, а обнимку спать. С моей больной спиной так сидеть. А ему так маленькому лежать. Не, он реально спит. Все, наелся, спит. Обалдеть. Главное, соску изо рта не выпускает. Подумай, ну если ты уйдешь, а если мама уйдет от него, все. Вторая мама.